Amar Vintushin, Mongolia. Matt B, red uniform, Natalia Stepanova, Russia. Blue uniform, Borislava Damianova, Bulgaria. Σωταπή 1, ετοιμάζονται για το τελικό στην κατηγορία των 56 κιλών νεάνιδων. Μουχιντίνοβα Νιλουφάρου, Τουρκμενιστάν. Σούμπεγα Αναστάσια, Λευκορωσία. Σωταπή 2, να ετοιμάζονται για το τελικό στην κατηγορία των 65 κιλών εφήβων. Ταούμπα Ραμαζάν, Καζακστάν. Αταμιράντοβ Ιουσουπμουρά, Τουρκμενιστάν. Attention, please. Get ready. Matt A, finalists weight category 56 kilos youth women. Нолфутар Мухмудзинова, Туркменистан, Анастасия Шибека, Беларусь. Мэтт Би, youth weight category 55 kilos, Рамазан Тауба, Казахстан. Юсур Мурат Артемарадов, Туркменистан. Прошлогодней победительницей первенства мира и сейчас, в данный момент, отстаивает свое звание. Счет по встрече пока что 0-0. Никаких технических действий и замечаний не было. Вы, наверное, все видели сами. С вами вновь комментатор Михаил Мартынов. И Наталья Юхарева буквально присоединится к нам через несколько минут. Смотрите, хороший рычаг колена проводит российская спортсменка. Уходит болгарка. Хотя на самом деле было достаточно опасно. Вы все видели. Коленка была прямая. Она лежала на ковре, она эта болгарская спортсменка. И, в общем-то, все было так достаточно на грани. Ну, недаром Демьянова Борислава является победительницей первенства прошлогоднего мира. Она все-таки понимает, что она делает и с кем она борется. Вот хорошая атака на руки от Степановой Натальи. Идет она достаточно хорошо и плотненько садится. Пытается выдернуть, выдергивает руку болгарская спортсменка, но да-да, не удается пока выдернуть, хотя она встала уже на ноги и сейчас, в принципе, имеет возможность просто встать в стойку. И тогда, да, вот арбитр поднял уже, увидел, что, в общем-то, болевого, скорее всего, не будет. И наказывается, да, наказывается болгарская спортсменка замечанием. Две атаки подряд в партере были у российской спортсменки. Наказывается замечанием. Бросается вперед по-прежнему российская спортсменка. Контрит ее болгарка. Такая юношеская борьба. Открытая достаточно, но оценок пока мы не наблюдаем. Необходимо привести форму в порядок. Вот одной шнурки развязались, другой пояс. Хорошо, в темп, конечно, в темп ловит болгарская спортсменку-россиянку. Недовольны зрители, но, на мой взгляд, да, движение было уже начато в партере, то есть она сначала легла, и уже после этого только движение было. На повторе мы с вами посмотрим, но, как говорит народная мудрость, судьей не спорят. Вся тройка единогласно оценили в 2 балла. Россиянка вот отчаянно бросает через спину с колен, но захвата за рукав не было, поэтому, в общем-то, достаточно вроде как подлетела болгарка, но действие россиянка до конца не довела, не было захвата за рукав хорошего. Атака сорвалась. Продолжает атаковать через спину с колен россиянка, но уже захват за рукав был, но настолько далеко, высоко она подняла свои же руки, что прокрутила над собой болгарку. Имеет возможность теперь вот атаковать руку, но видно, что болгарка так развернулась, далеко у нее локоть. Да, поняла эта россиянка и решила встать в стойку, и ей также секундант подсказывал, что нечего там, да, время терять. Немножечко Степанова тут сейчас, да, замкнула, что называется, на одном приеме она...
по-прежнему старается сделать через спину с колен, но уже Демьянова ждет, опытная спортсменка ждет, встречает, вот ее в партере же контрит, переворачивает, пытается сделать удержание, но удержание здесь вряд ли получится. С удержания уже переключается на рычаг локтя, скорее всего переключится, но еще не переключилась, да, пока что вот просто сверху лежит. Хочет, готовила атаку, но так долго готовила, что арбитр уже ее поднял в стойку и предложил продолжить борьбу в стойке. А должен заметить, что на параллельном ковре борются юноши весовой категории до 52 килограмм. И ожесточенная встреча заканчивается. Монгольский спортсмен выигрывает у грузинского. А вот у нас хороший бросок через голову, что называется ремикс этого броска, который мы видели минуту назад. Вот еще одна попытка увенчалась успехом. 2 балла зарабатывает болгарская спортсменка, увеличивает свое преимущество. Время просто катастрофически тает. 23 секунды остается бороться. И параллельно выигрывает монгольский спортсмен. Монгольский спортсмен. Амартун Тувшин Баяра. Он выиграл у Куратадзе Ираклия из Грузии. Так что у команды Монголии сегодня уже есть 1 золотая медаль. И вчера 1 была золотая. Это уже 2-я золотая получается медаль у сборной команды Монголии. И также по юношам. Вчера по юношам у монголов было. И вообще сегодня были заметны хорошо монгольские спортсмены. Целый день они вели такую яркую борьбу. Итак, болгарский стан ликует, поздравляет Демьянову Бориславу с золотой медалью. Она становится 2-кратной победительницей первенства мира в этой весовой категории до 44 килограмм среди девушек до 18 лет. Вот вы видите, конечно же, радость тренера, радость спортсменки. Вот мы с вами видим вот этот хороший бросок через голову, уже 2-й, который был. Хотя нет, вот по табло видно, что да, 2 балла, все, нормальный бросок. Ну что ж, мы с вами сегодня увидим 8 финалов. Сегодня разыгрываются 8 финалов у юношей, 8 финалов. То есть, точнее, 4 у юношей, 4 у юниоров. И также 4 у девушек, 4 у юниорок. На нашем ковре будет проведено 8 встреч. Итак, 2-й финальный поединок между казахским спортсменом Таубе Рамазаном и туркменским спортсменом Атамьядова Юсурмата. Арбитр Георгий Жишков, Болгария, и рефери Атар Курашвили, Джорджия. Юноши весовая категория до 65 килограмм. Сегодня, надо сказать, в целом день такой тяжелый. Мы начали финальные встречи, как вы понимаете, не по регламенту, не 18 часов, поскольку количество участников было большое. И с самого раннего утра начались предварительные встречи. И вот они окончились только уже после 18 часов. И в зале целый день стоял страшнейший ажиотаж. Какой красивый выхват ноги снаружи. 4 балла получает туркменский спортсмен. Ну что же, разовьет ли свой успех Атамарадов Юсуп Мурат? Мы это сейчас увидим. По крайней мере, не отстаивает. На захватах борется. Высекает изнутри под пяточку. Да, вот так ударил и попал, что называется. Вроде высечение такое было, может быть, не очень
активная, что называется. Там касание по пятке было едва-едва заметным, но и этого хватило. То есть поймал движение, молодец, поймал движение Атамирадов и заработал еще 2 балла. Ну, казахский спортсмен и не думает сдаваться. Взял хороший захват сверху своей левой рукой. Готовит какое-то техническое действие, но не успевает. Вот опережает его Атамирадов. Опередил, бросил боковым переворотом. Накрывает, преследует удержание вот со стороны ног. Отменяет удержание болгарский арбитр. Сначала открыл его, потом вот вновь закрыл и поднимает их в стойку. И счет увеличился до 7 баллов. Разрыв между спортсменами. Бороться еще осталось минута 39. Такой азиатский финал получился. Представители Азии очень динамично борется на захватах. Вновь выигрывает, в общем-то, плечо казахский спортсмен Тауба. Но вновь опережает. А первым начинает атаковывать туркменский спортсмен. Захват выигрывает, но не развивает казах своего преимущества. Опережает явно туркмен, двигается больше, атакует. И, в общем-то, нечего противопоставить казаху пока что. Вновь вот забирает такой захват, косой захват, затягивает. Казах переходит уже за отворот, второй рукой держит. Может атаковать здесь, но даже вот побаивается. Его тут же пугает атаками, захватами за ноги туркмен. И казах ничего не может сделать, да. Обыгрывает. И, конечно же, в партере сразу преследует туркмен. Очень молодец, хороший поединок проводит. Правильная, конечно, атака в партере. Остается 11 секунд. Ну и 4 секунды до конца поединка. Мы с вами, наверное, все-таки понимаем, что вот, да, побежал вперед казах, но это уже агония, да, вряд ли что-то успеет он сделать. Вот его еще на этом пытается поймать туркменский спортсмен. И мы поздравляем всю туркменскую сборную Туркменистана с победой ихнего спортсмена весовой категории до 65 килограмм Атамирадова Юсуп Мурата. И серебряная медаль достается казахскому спортсмену Таубу Рамазану. Ну, сейчас по регламенту должна состояться церемония награждения. Церемония награждения весовой категории до 52 килограмм у юношей. То, что мы не видели финала. Вот мы смотрим, как атакует в ногу, опережая во всех действиях туркменский спортсмен. Ну, здесь, признаться, вот я помню, оценка балл здесь была. Да, тут можно было и щедрее оценивать. Но вот здесь это красиво, да, первое действие. Очень хорошо выхватил Атамирадов ногу с внешней стороны, за подколенный сгиб, красиво. А по регламенту должен произойти награждение, но вот я вот вижу, что бригада судей вышла на ковер. И вполне возможно, что состоится следующая финальная встреча. Параллельно у нас заканчивается финал среди девушек весовой категории до 56 килограмм. Туркменская спортсменка борется с белорусской спортсменкой. Это Мухиддинова Нилуфар из Туркмении проводит встречу с белорусской Шойбекой Настасией.
5 секунд до конца встречи. Счет 2-2. И вот интересно, на чьей стороне качество. Ну, суть в том, как белоруска бросается вперед и бросает. Вот это да, она явно проигрывала. И за 5 секунд, за 2 секунды оставалось на табло, когда ей удалось провести зацеп голенью изнутри под разноименную ногу. И потрясающим вот этим движением, судя оценивает это всего балл. Но движение было настолько эффектным и красивым, и красочным, и принесло золотую медаль белорусской сборной Шойбеки Анастасии. Мы поздравляем белорусов. Серебро достается туркменской сборной Мухиддинова Нилуфар. Обращаю ваше внимание, что вот мы с вами уже наблюдаем вторую встречу с участием туркменских спортсменов. Надо сказать, что сегодня действительно тоже, как монгольские спортсмены были заметны, также были заметны и туркменские спортсмены, как мальчики, так и девушки. Ну а сейчас действительно готовится церемония награждения. Ушла бригада судей. Ушла бригада судей. Вот очаровательные девушки в национальных греческих костюмах. Готовые награждению. На подносах у них вновь венки чемпионов-победителей с потрясающими медалями, дипломами. И сейчас все это достанется нашим героям. Ну, еще раз, пока выходят победители, скажу, что ажиотаж, конечно, в зале сегодня стоял очень такой напряженный. Много было спорных моментов. Было видно, как главный судья соревнований отбивался от нападок представителей. Очень много было спорных действительно ситуаций. Ну, не из-за того, что там какие-то судейские происки были, а спорная ситуация действительно по борьбе. Настолько была яркая сегодня и равная борьба у различных представителей различных стран, что судьи порой просто вот пребывали в такой очень неловкой ситуации, как же оценивать, поскольку неоднозначно один человек делает, другой контрит, потом тот опять перехватывает атаку и вновь контрит. Но, тем не менее, справедливость восторжествовала, и сильнейшие спортсмены все-таки вышли в финальные встречи сегодняшних поединков. Мы с вами их наблюдаем. Напомню, что на нашем ковре состоится 8 финальных поединков. И сейчас награждение проводит президент Греческой Федерации Мерабий Илиадис в весовой категории до 52 килограмм среди юношей. И the world champion in weight category 52 kilos youth men Bayara Amartuvshin, Mongolia. Παγκόσμιος πρωταθλητής της κατηγορίας των 52 kilos Amartuvshin Bayara Mongolia. Ну что ж, а к нашей прямой трансляции, как и ранее я обещал, присоединилась, да, потрясающая женщина, очень талантливый человек, как на ниве спортивной славы, так и на ниве писательской. Вы можете читать эти замечательные заметки и статьи на сайте. Михаил, прекращайте, уже краснею. ФИАС. Итак, потрясающая женщина, пресс-атташе Всемирной Федерации Самбо Юхарева Наталья. Здравствуйте, очень приятно, и мы слушаем прекрасный гимн монгольской сборной.
Ну а сейчас следом должна состояться вторая церемония награждения у девушек до весовой категории до 44 килограмм. Что ж, Наталья, можем пока обменяться впечатлениями сегодняшнего дня. Я вот говорил ваше отсутствие о том, что сегодняшний день был достаточно напряженный, очень яркий такой по борьбе. Очень много запомнилось, что и туркмены хорошо сегодня боролись, монголы показали просто хорошую подготовку сегодня. И вчера у них было золото, а сегодня вторая золотая медаль. Вам что-нибудь бросилось сегодня в глаза? Михаил, предлагаю чуть-чуть все-таки насладиться сейчас церемонией, а потом уже я поделюсь своими впечатлениями, хорошо, да, которые, несомненно, этот день принес всем нам. Attention, please. Med A, we are from finalist weight category. Итак, церемония награждения кончена, и мы продолжаем финальные встречи смотреть, болеть, сопереживать. Мы сейчас увидим девушек весовой категории до 70 килограмм. В красной форме будет бороться казахская спортсменка Самигалаева Эльмира, и противостоять ей будет россиянка Вериденко Дарья. Наверное, мы скажем о том, кто же здесь завоевал бронзовые награды. Это была Панич Надя из Сербии и монголка Мугирель Согмагнай. Браво! Итак, наша героиня подходит к ковру, выходит бригада
судей. Все готово. А параллельно у нас пройдет финал у юношей весовой категории до 81 килограмма. Гериков Рустам, россиянин, будет бороться с монгольским спортсменом Пуревсуреном Адьякхуи. Ну и надо сказать, вновь монгольский спортсмен в финале. Вот сегодня у нас действительно запомнился день. Много монголов боролось. В 90 килограмм монгол очень был сильный, но все-таки стал пятый. Ну вот мы с вами двух финалистов уже сегодня озвучили. Они появлялись у нас на экране, но мы озвучили их. Ну и вот очень даже активно начинает встречу девушки у нас. Встают и падают. Россиянка переходит вот на данную секунду на рычаг локтя. В этой суматохе встает в стойку. Сдается. Сдача, да. Мне кажется, это самый быстрый поединок. 26 секунд. Ну, хотя у нас фиксация 29. Только начали уже, да. И вот вам, пожалуйста. Ну что ж, мы поздравляем Вериденко Дарью. Золотой медали. Самигалаева Эльмира, Казахстан. Четко нашлась она в партере. Серебро. Очень быстро сориентировалась. Как оцените этот болевой прием, Михаил? Оценю как чистую победу. Великолепно. В 12 баллов причем, да? Оценка 12 баллов, да. Ну, грамотно действовала, четко. Вот они, слезы. Или не слезы? Нет, не слезы, по-моему. Слезинки. Да, аккуратные, радость победителя. Вот сейчас, наверное, мы сможем посмотреть, как же это было, потому что в этой суматохе, наверное, даже не все. Вот атаковала вроде казашка, потом свалилась, что называется, да, с коня не удержалась. Пыталась еще вот накрыть, но вылезала россиянка и вылезла, что называется, да, и он и затаскивает в партер. Сбила, да. Знала, что хотела, да, вот затащила. Здесь вроде ноги неудачно сначала, да, вот так вот потом нашла все-таки правильное положение. Практически почти ушла казашка, но почти не считается. Не, красивый болевой прием. В такой вот суматохе, динамике, да, но что, мы сейчас можем вам немножечко рассказать про то, что россиянин Гериков Рустам ведет 3 балла у монгольского спортсмена и вновь делает бросок через голову с таким глубоким захватом на спине Гадаули и зарабатывает 4 балла, 7-0, счет по встрече. Монгол так отчаянно бросается открыто и нарывается. Нет, не нарывается. Но попытка подхвата была очень, да, такая серьезная. Заявка на бросок была, да. А нам показывают чудо деток. Подрастающее поколение самбистов. Да. Быть может, эти соревнования вот запомнят дети и придут в секции греческого самбо и... Мы их увидим через несколько лет на подобных соревнованиях. Вчера мы, кстати, говорили о том, что золото завоевала греческая спортсменка. Мы с Михаилом рассуждали о том, что, наверное, впервые, это первое. Да. Но вот оказалось, навели справки, даже пообщались с президентом Федерации самбо Греции. Оказывается, это уже второе золото. Второй год подряд его завоевала именно эта спортсменка. И... В принципе, приносим свои извинения. Да, за неосведомленность. Вас тоже вот так вот дурачили. Что говорится, были неосведомлены. Да. Тем не менее, второе золото подряд. Да, приносим извинения. И теперь, наверное, будем ждать золота или других медалей все-таки на чемпионате мира, который пройдет уже в ноябре в Санкт-Петербурге, в России. Ну что ж, встреча закончилась между россиянином и монголом, и держал ее Гериков Рустам. Победу выиграл достаточно так ярко, с бросками, у монгольского спортсмена Пуревсурена Адьякхуи. Хочется отметить, что сегодня у нас есть медали, бронзовые медали у сборной Сербии, у сборной Словении. Для сборной Словении это первая в истории вообще медаль первенства мира. Хотим поздравить эту сборную и пожелать ей дальнейших
успехов и на этом прекрасном поприще. Разговаривали сегодня с тренером сборной. Три клуба у них в Словении потихонечку набирают обороты. Очень много занимающих, желающих. И, в принципе, ну, я думаю, что такую сильную довольно-таки сборную мы скоро уже получим, наверное, уже даже и на взрослом уровне. В всяком случае, говорили о том, что вот эта медаль позволит им как-то пойти дальше более активно. Насколько мне известно, в Словении как раз хорошо очень то, что вид спорта самбо занесен в реестр Министерства спорта Словении, и теперь можно принести медаль и отчитаться. Да, вот как раз говорили о том, что эта медаль поможет, может быть, на будущий год получить большее финансирование, поскольку от результата зависит именно количество финансирования, вложенных денег государством в вид спорта. Поэтому, ну, такая историческая медаль для сборной Словении. Важная медаль для всего развития самбо в мире, получается. Для Словении, для Европы и, естественно, для мирового самбо. А тем временем у нас очередная церемония награждения. И это весовая категория до 56 килограмм. Это девушки, где у нас первенствовала белорусская спортсменка. На последних секундах, я вам только это аудио сопровождение на параллельном ковре, они боролись. При счете 2-2 просто вырвала белорусская спортсменка победу у туркменской самбистки. И Сайбека Настасия из Беларуси празднует сегодня победу. Михаил, хотела бы уточнить у вас. Вот сегодня немножко соревнования у нас задержались, да, потому что действительно 27 стран, большое количество участников, свыше 500. Вот ваше мнение. Две возрастные группы воедино соединены. Очень много специалистов сегодня вот слышали мнение о том, что все-таки тяжело, да. Юноши и юниоры, девушки и юноши, как вы считаете, есть смысл разделять? Ну, видно, что растет количество, да, участников. Mm-hmm. Это видно невооруженным взглядом. Тут два пути решения. Мы тоже обсуждали да? этот момент. Mm-hmm. Да. То есть тут либо количество ковров в зале увеличивать, да? Либо разводить два мероприятия. Гимн Беларуси. Ну и у нас еще одна будет церемония награждения. Это будут у нас юноши весовой категории до 65 килограмм. Мы с вами видели эту схватку. Очень блестяще отборолся туркменский спортсмен Атамирадов Юсуп Мурат. И, в общем-то, запомнился, я думаю, нам всем большим количеством бросков, проведенных в финальной встрече. Прекрасные медали нам показывают. Очень многие, кстати, отмечают красоту именно вот национального колорита в наградной атрибутике. Действительно, вот эти оливковые венки и медали с греческим флагом, да, и дипломы прекрасные. Ну, очень-очень нравится и ребятам, которых награждают, и, в принципе, даже нам с Михаилом. Да? Нам прям-таки завидно, что мы не в таком возрасте не можем завоевать таких вот замечательных медалей. Да, что в наших, так сказать, архивах, да, нет таких чудных, замечательных медалей. В таких красивых костюмах наградная группа сегодня. Национальные костюмы. Сейчас вот, я думаю, нам режиссер трансляции сможет... Вот, они, эти замечательные девушки из наградной группы. В красном, да, в белом. Ну что ж, у Греции действительно прекрасное большое прошлое. И большое прекрасное прошлое от у города Салоники, в котором мы сейчас проводим первенство мира.
Надо сказать, что он зародился достаточно давно, в 315 году до нашей эры. И македонский царь Кесарь заложил этот город. Это назвал его в честь своей супруги Салоники. То есть все-таки здесь замешана женщина, да? Любовь, это любовь. Любовь, женщина, да, и красота. А женщина Салоника, она была непростая. Это сестра была македонского, великого Александра Македонского, дочка его отца, это, соответственно, Филиппа. И Филипп назвал свою дочь в честь победы над салоницами. Такая вот история. А, Никея победа, победа над салоницами. Да. И Филипп назвал дочь свою Салоники. А мы говорим: Самбоники, здравствуйте, и побеждайте. И слушаем гимн Туркмении. Ну и продолжая историю салоников, скажу, что у него очень выгодное месторасположение на перекрестке дорог, угу, которые вели из Рима в Константинополь, угу, и также из Греции вели в Причерноморье. Такое завидное местоположение обусловило, конечно же, большое количество здесь торговли. Здесь был большой рынок, названный в честь покровителя города. Покровитель города считается святой Димитрий. Да, и рынок также назывался Димитрий. И этот город, конечно же, был лакомым куском для большого количества завоевателей. И как только он был греческим, обосновался, буквально через 200 лет сюда пришли римляне. Здесь римские воины, легионеры завоевали его и очень большое количество времени правили. Но мне кажется, что в эти три прекрасных октябрьских дня этот город завоевали самбисты. Михаил, вы как считаете? Да, самбо здесь празднуют сегодня победу, замечательный праздник самбо. И мы переключаемся, на время мы прекращаем исторический экскурс. Да, и включаемся в борьбу. Юноши, весовая категория свыше 87 килограмм. У юноши до 18 лет самая тяжелая весовая категория, самые крупные юноши. И они сейчас оспаривают, кто же из них лучше. Это казахский спортсмен Дженибеков Асилбек и украинский спортсмен Звереев Сергей. Ну и бронзовыми призерами здесь стал грузинский спортсмен Лазуашвили Георгий и спортсмен из Сербии Цулум Царько. Вот это уже, по-моему, вторая сербская медаль, да? Сербы так довольно-таки хорошо себя показывают, да? Они некогда были очень сильной сборной, и сейчас вновь вот... Такой всегда период переживают. Заявляют о себе, да. Ну что ж, а у нас тяжи? Да, плюс 87. Вот мы как раз расстраивались о том, что болгарские спортсмены вот как-то поблекли в последнее время. Зато вот появились туркмены, монголы, вновь оживились. И вот сербы. И надо сказать, что Зверев Сергей в этом году является он победителем первенства Европы этого года, которое на Кипре проходило в апреле месяце. Так что вот он уже в этом году имеет шанс собрать не только золото Европы, но и золото мира.
Ну, я думаю, что на данный момент не согласен с ним казахский спортсмен. Ну, вот какая школа, европейская или азиатская, здесь победит, мы, наверное, здесь с вами сейчас и увидим. Понаблюдаем, да. Пока не торопится выяснить отношения эти парни, нет? Прицеливаются. Ну, тяжи, конечно же, редко ведут быстрые встречи. Согласна. Они, конечно же, такие медлительные, неспешные, неторопливые. Ну, надо сказать, в этой всей категории было достаточно количество участников. Я сейчас не назову, наверное, цифру, но они боролись прямо с самого утра вместе с легковесами. И там действительно большое представительство было от разных стран. Не, сегодня вообще день такой, что во многих весовых категориях по 15-20 участников. Поэтому немножко затянули, скажем так, утреннюю часть, она затянулась. Ну, нас это, мне кажется, не должно расстраивать, только конечно, радовать. Конечно, только радовать. Что столько самбистов и приезжают, и хорошо. И, ну, надо будет больше ковров постелей. Постелям надо будет развести, разведем. Согласна. Лишь бы самбо в мире развивалось и процветало. А наша задача ему помогать. Вот атака за ногу. Боковой переворот, даже я бы сказала, да. Нет такой. Да, да. Выход так... за ногу с боковым переворотом. И 4 балла, да, вот оценивает арбитр, я вижу. Присоединились к нему или нет? Присоединились к нему. Двое других судей. Боковой переворот. И смотрите, задняя подножка. Задняя подножка, кстати, тоже, очень да. опасная у бросок казах... через спину. Казахского спамбиста. Очень опасная. Параллельно ведут тяжеловеские девушки. Свыше 75. Усова. Проигрывает 4 балла украинки Кириченко. Ну что ж, ну а тут украинский спортсмен доминирует. И вот сейчас положение его наверху показывает о том, что он ведет эту встречу. Ну, а Селебек, я так понимаю, уже обозначил свои предпочтения. Это задняя подножка и спина с колен. В принципе, больше я так не увидела, чем бы... А ох, вот такой же спиной с колен, да. Встречает уже украинский спортсмен. Причем вот поймал тот момент, когда потянулся да, за захватом. Очень грамотно так почувствовал момент. Ушел вниз, там встретил, как говорят. Чувствительный тяжеловес, молодец. Не стал ждать, когда же его бросят. Возьму за шкир. Вот, хорошая. Задняя прекрасная. И вновь у боковой него. Переворот. Готовит. Начинает встречать. Ой, ну это, конечно, не подготовлено. Пошел. Ва-банк, что да, называется, открыто уж очень. Совсем, да. Совсем не прикрыто так. И нарвался на контратаку. Бал еще зарабатывает украинский спортсмен. Зверев Сергей продолжает атаку в партере. Вот арбитр открывает удержание. Сдается мне, что счет может через 20 секунд увеличиться. Сдается мне, что он даже будет пытаться провести болевой прием после удержания. Уже готовит, да, захват. Как-то такой. Он так ручку подобрал. Подготавливает, да. Я думаю, что Асилбеку уже нужно думать о том, как уходить при возможности с болевого приема. Или нет? Или будем лежать. Ну вот посмотрим, будет ли продолжение атаки. Потому что вот это всегда красиво. Связка удержания болевой, мне кажется, она такая... Классика жанра, да. Да. Всегда очень зрелищно выглядит. Но не здесь. Да, но счет увеличился, тем не менее, до 9. Бросается вперед вновь ва-банк казахский спортсмен. Я думаю, сейчас мы еще увидим какой-то интересный. Да, потому что будет вот так вот пытаться восстановить равновесие, будет атаковать. Я думаю, что Сергей контратакой-то еще разочек встретит, мне кажется, казахского самбиста. Так, что такое произошло? А, время встречи. А мы как-то увлеклись, мне кажется, нет? На нашем секундомере, вот у нас на экране чуть-чуть, видимо, время отставало. Ну, может быть, да, да, где-то чуть-чуть. Со счетом 9-0 первенство одерживает Сергей Зверев из Украины. И напоминаем, что он становится обладателем не только континентального европейского золота, но и обладателем золотой медали мирового первенства. Поздравляем сборную Украины, поздравляем Сергея. Ну, работали, видимо, правильно, как ты говоришь, Миш. Лето провели не зря, да. Да, вот эта атака, которую так сконтрил, не продумано, встретил, да. Встретил,
Белорус, хорошо. Ой, хороший, хороший тяж, чувствительный, атакующий. Приятно смотреть. А вот это, наверное, первое движение. Кстати, боковой переворот, да, захватом таким глубоким на поясе был очень. Красивый, да, бросок. Красиво, да, сделал. Хорошо, глубоко взялся, как сказали бы грузиныч. Гадавли. 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 Ну и очередная порция награждения. Очередная порция лавровых венков. Ой, извините меня, пожалуйста, не лавровых. Оливковых, все-таки мы уточнили, да, с Михаилом. Это оливковые ветви, это оливковые венки. И сейчас у нас эти венки примерят на себя... Весовая категория до 81 килограмма юноши, где первое место занял Гериков Рустам. Выиграл он в финале у монгольского спортсмена Пупер Сурена Адакхуя. На будущий год подобное первенство будет проходить в Сеуле, в Южной Корее. На азиатский континент уходят два главных соревнования самбистского календаря 2014 года. Напомню, что, вот, как я уже сказала, первенство мира пройдет в Южной Корее, в Сеуле, а чемпионат мира принимает японский город Нарита. То есть мы можем говорить, что такая гегемония в проведении соревнований азиатская намечается на 2014 год. А первенство мира, впервые которое, кстати, пройдет, первенство мира среди кадетов пройдет в ноябре месяце 2014 года на Кипре. По-моему, в Лимассоле, Михаил, подскажите мне. Сейчас, если честно, трудно мне это подтвердить или опровергнуть. Но согласитесь со мной, да, тогда. Мы соглашаемся. Кстати, как выступает кипрская сборная здесь? Видела я, что президент федерации Мариус здесь. И, по-моему, где-то человек 8 он привез спортсменов. Ну, что-то как-то пока я не видела их в табелях о рангах. Да, они борются, действительно, сражаются. Я видел, краешком глаза были, да, киприоты. Но вот до финалов, до медали пока еще не доходят. Ну, не так-то. Молодая довольно-таки федерация, но чем характерно, трудятся, стараются и организационно растут. Михаил, а пока у нас продолжается подготовка к следующей церемонии награждения, может быть, вы нам расскажете еще немного об истории чудного города, который объединил всех самбистов на эти три октябрьских дня? Ну, конечно же, да. Здесь был большой рынок, скопление перекресток дорог, и римляне, конечно же, наложили сюда, как сказать, свой интерес у них здесь был, и несколько веков они здесь правили. Затем... Город стал провинцией Константинополя и был вторым по величине Византийской империи. Но 500 лет назад, практически 600 лет назад, этот город отбивался. Приходили и фракийцы, приходили норманы, правили даже 100 лет. Да, фракийцы, норманы. Многокультурный, многонациональный, многокультурный, наверное, город, да? Поскольку все же, кто пытался завоевать, они оставляли свой след в культуре, я так понимаю. И в архитектуре, конечно же, да. Ну и вот Османская империя завоевала его надолго, 500 лет. Город был турецким. И более того, турки поступили достаточно сурово. Они изгнали все местное коренное население греческое отсюда. И здесь, в общем-то, был
500 лет просто турецкий город. Угу. Вот. И только в 1912 году, когда была Балканская война, греки смогли освободить и вновь заселить этот город коренными жителями, греками, в 1912 году. Надо сказать, что здесь родился знаменитый грек, не грек, а турок, который является ныне основателем современного турецкого государства, Ататюрк. То есть он отсюда, да? Да, вот он здесь интересный родился. Интересный факт, да. Про него очень много читал, слышал, знаю, но вот что здесь урожден. Был рожден вот в этом чудесном городе впервые. Интересно, Михаил? И восстанавливался, конечно, после... И во время войны пострадал очень сильно этот великоотечественный этот город. И архитектура, конечно же, сильно пострадала. Очень мало времен античных осталось зданий. Гимн России. И вот интересный, любопытный факт такой. В этом году чемпионат мира пройдет в северной столице России, в Санкт-Петербурге. Оказывается, в Греции есть тоже своя северная столица. И представьте себе, Наталья, что северная столица Греции – это и есть хозяйка сегодняшнего, да, первенства мира, город Салоники. Вот как символично, нет? Вот такая подробность небольшая, мы бы ее и не знали, да? Два знаменательных события мировых, да. Два самбийских. Да, и оба в северных столицах. Замечательно. Ну, так приятно, знаете еще, Михаил, что хоть это и северная столица, но встретила она всех участников самбийского праздника довольно-таки теплой погодой. Горячо. Вот сегодня прошел, да, уже дождь закончился вчерашний, сегодня отличное солнце, да, хорошая погода. И очень жарко в залах. Борьба, потому что действительно не на шутку. Серьезная, очень эмоциональная, очень напряженная. Тренеры так очень тоже эмоционально реагируют. И уже говорили о том, что, наверное, придется немножко ужесточать правила, которые регламентируют вот именно... полномочия представителей. Да, потому что, конечно, были моменты, когда чуть-чуть... Везде себя не совсем корректно. Страсти кипели, да. Да, страсти кипели, но это понятно. В принципе, на ковре еще дети, по большому счету, Let да? Let me introduce the participants next fight. И кто же у нас? В красной форме победительница первенства Европы 2013 года, бронзовая призерка прошлогоднего первенства мира Кузьмяк Юлия, Украина. Ее соперница Лаврентьева Эдера из России, она также является... призерка и победительница Европы и мира среди девушек. Очень сильные спортсменки. Российская спортсменка, я так обращал внимание, очень любит бороться в партере. Да, уже видно, даже вот с первых секунд поединка она... Опа! И поймала. Поймала ее украинская спортсменка Кузьмяк Юлия. Очень хорошо снаружи за подколенный сгиб. Бал, да, зарабатывает. Да, думаю, что Юлия немножко расслабилась, как-то не ожидала она в этой ситуации атаки. Очень проворно украинская самбистка. Прихватила ее за ножку. Ну и Ахмед Кумбат завоевала здесь бронзовую медаль из Казахстана вместе с армянской спортсменкой Карапетян Ериньяник. Вот как раз в партере атакует. Вот сделает такое чувство, да, что очень... Прям охотится, то ли ахиллес, то ли рычаг колена, то ли... Вот, видимо, уже ахиллес, да, и очень опасная атака здесь. Она много раз побеждала этим приемом. Ну вот, вытаскивает вот ногу. Вот это завязка. Сколько раз они уже прокрутились вокруг 28, своей оси. 28, по-моему, Михаил, нет? Или 29. 9,5, мне кажется. Ну, долгий такой эпизод. Оп! Вот так вот. Куда ты... Уползаешь, спросил украинскую спортсменку тренер, да. Я думаю, что лучше уползти в этой ситуации. Да, ну и получить предупреждение. Да. Хотя вот судьи отметили ее действие просто замечанием.
Да, в партер, конечно, украинский самбистке попадать нельзя. Нужно постараться построить поединок таким образом, чтобы даже не дать ни малейшей возможности россиянке, поскольку ну, чувствуется заряженность. И не только заряженность, а заряженность, подкрепленная четкими знаниями и умениями. Да, девчата ведают, что творят. И это настолько радует. Вот. И получает предупреждение россиянка, как показал жест арбитра из Киргизии, за запрещенный захват. За руки. Видимо, за пальцы, да. Угу. Таким образом, счет у нас равный, да, в этой встрече. Ну, тем интереснее, мне кажется. Да, но тем не менее, по качеству победу. По качеству победу одерживает пока что украинская спортсменка. Бросок. Да, броском, конечно. На ее счету бросок. Как-то не видно румынских самбистов и самбисток. Или есть они? Они здесь, не, но я видела, да, даже одерживали чуть-чуть победы. Да, не доходили сегодня. Вот сегодня мне туркменки больше запомнили что своими такое, победами. Вот реально действительно много раз побеждали и одерживали верх туркменки, нежели румынки. Так, а у нас попытка, еще одна попытка провести болевой на ногу. Защитилась, встала стойку Кузьмяк. Бороться осталось чуть больше минуты. Вновь ищет ногу. Не, ну она четко заряжает. То есть видно, что стойка не входит в ее сильные стороны. Да, не конек ее, да. И она даже и не пытается что-то сделать в стойке. То есть все атаки, каждая... Все сводится, да, к партеру. Все в партер. Ну да, вот так вот ставка на партер, она, конечно, ну вот порой вот дает такие сбои, когда... Я вот очень заметил, конечно, есть великие партеровики, которые и в партере были многократными чемпионами, но все-таки вот большинство, мне кажется, хороших только партеровиков, когда отсутствует стойка, угу, это серебряная медаль. Серьезно? Да, как-то вот так большинство хороших, ну, партеровиков. Жизнь, она же как-то стремится к гармонии, да? Да, поэтому чтобы стойка должна быть. Да. Перед партером есть стойка еще. В принципе, да? Да. Ну что ж, время истекает, неумолимо истекает для Лаврентьевой, радостно истекает для Кузьмяк. При счете 1-1 она ведет. Время, оказывается, может истекать радостно, а может и горестно. Вот да, вот как на это посмотреть? Кто на это смотрит как? Да, относительно. А может торопиться, а может тянуться. Здесь, наверное, тоже для двух девушек. Да, по-разному. Оно... Явно тянется для Кузьмяк. И очень сильно торопится. Неумолимо просто. Да, Лаврентьева. А теперь у нас партер в исполнении уже. Да, тоже вот не тушуется. Пожалуйста, да, садится на руку. Переворачивает. Даже на удержание пытается, я так полагаю, накрыть. Время, тем не менее, уходит. Время заканчивается. И мы поздравляем Кузьмяк Юлию, украинскую сборную, с тем, что она становится победительницы переста Европы и мира в один год. У нас уже сегодня второй человек. Представитель Украины второй. Да. Слушайте, ну... Кстати, вот стоит отметить, что украинская сборная здесь довольно-таки успешно выступает. Я думаю, что завтра, в заключительный день, мы с Михаилом подготовимся, подведем итоги общекомандной, хотя бы предварительной, да, борьбы. Я думаю, что украинская сборная реально претендует на попадание в тройку лидеров. Во всяком случае... Вот медаль Юлии Кузьмак, я думаю, во многом будет способствовать этому. Да, ну и сейчас церемония награждения самых тяжелых юношей и девушек мирового переста 2013. Девушки свыше 75 килограмм подходят к пьедесталу подсчета. Самые сильные, хрупкие и смелые. Хрупкие, мне показалось, ты скажешь крупные. Ну, ты как-то побоялся, наверное, сказать о них крупные, хрупкие. Ну, в принципе, выкрутился, сказав смелые. Ну, нельзя не сказать, что, конечно, смелые. Решительные барышни, да, интересно. Я смотрел сегодня, как они бились, можно так сказать. Ну, вообще, целый день, еще раз повторюсь. Сегодня, конечно, предварительные поединки. Кто вот смотрел трансляцию в прямом эфире, ну, был только центральный ковер, в основном показывался. Но, тем не менее, потрясающее вообще зрелище.
Вот как раз Словения, да, у нас представительница Словении. Поздравляем президента Дмитрия Стоянова, президента Словенской Федерации, с этой первой наградой такого уровня. Ой. Корону поправила. А чемпионку сейчас не видел? Михаил поправляет хвостик. Видимо, тоже уже понимает. Сейчас корона, да. Сейчас корона будет и у меня на голове. И уже готовится к тому, да. Как бы ее... Ой. Все короны. Пляшущая корона сегодня какая просто у всех. Еще не все короны на своих местах. Гимн Украины. Ну что ж, и сейчас к пьедесталу почета подойдут у нас юноши до 18 лет, но не такие уж они на внешний вид уже юноши. Уже... Да, кстати, отметила я, что акселерация шагает по планете. Да. Мальчишки, девчонки 18 лет выглядят очень солидно, очень внушительно. Все-таки время быстрых энергий, о котором мы говорили вчера с Михаилом, ну вот даже как-то и здесь сказывается. Конечно. Зрелые, умные, серьезные лица. Растет население. Кстати, зреет вопрос, может быть, о легком изменении коррекции весовой категории, чтобы вот не свыше 87 килограмм, а свыше там 90, там каких-нибудь 2 килограмм. Чуть-чуть поднять планку, потому что большое количество таких вот крупных людей за 100 килограмм, да. Ну, я думаю, это вопрос для обсуждения. Я думаю, и поднимет его кто-то, кто весит свыше 87 килограмм. Причем всего максимум там 88 он будет весить. И он скажет, друзья, как же я так борюсь-то со 120 килограммовыми. Да. А не изменить ли нам что-нибудь? Да, ну и герои на ваших глазах. И первенствовал здесь у нас Зверев Сергей из Украины. Мы помним, что он в копилку свою добавил. Золото Европы, золото мира. Как вы думаете, Михаил, если говорить о юниорах, сможем ли мы кого-то из них увидеть уже на чемпионате мира? Или все-таки 18 лет это чуть-чуть рановато для выступления за взрослый сбор? 18 юноши, да, вот этим рановато. А вот юниоров... А юниоров мы, наверное, сможем увидеть уже, да? Легко, да. Даже по боевому самбо я вам скажу, что есть юниор один, боевой самбо, который уже в прошлом году бился на чемпионате мира, а другой юниор бился на чемпионате Европы. И один, вот Европа выиграл юниор, и мир был юниор-призером. То есть это реальность. 20 лет, да, в принципе, такой, можно уже сказать, переходный возраст. Можно вспомнить олимпийского чемпиона, чемпиона Европы по самбо Владимира Невзорова. Олимпийского чемпиона по дзюдо, который в 18 лет выиграл чемпионат Советского Союза среди взрослых. Есть на кому равняться нашим молодым самбистам. We'll be right back.
Возвращаясь к Невзурову, Михаил, а у кого в финале выиграл в тот раз чемпионат России? Советского Союза. А, чемпионат, извините, да, поправлю, не, Советского не Союза. Просто так, да, юное дарование, тогда юное дарование. А сейчас уже олимпийский чемпион. Да, маститый ветеран, да, Владимир Невзуров одолел знаменитого портеровика Давида Рудмана. Какие интересные повороты судьбы. Кстати, о портеровиках, да, да. Вот победила стойка. Стойка или партер? Партер или стойка? А в итоге победило юное дарование. Да. Будущий чемпион Европы по самбо, чемпион мира, чемпион Олимпийских игр по дзюдо. Наверное, интересный факт, который, в принципе, будет интересен и нашим телезрителям. На первом чемпионате Европы по самбо, который выиграл Владимир Невзоров, он был, Владимир Невзоров, не единственный будущий олимпийский чемпион. Михаил, погрузите нас в историю. Весовая категория свыше 100 килограмм. Александр Новиков, представитель Украины на тот момент Советского Союза, одержал также победу на этом чемпионате Европы и в будущем на Олимпийских играх в Монреале. Какие перипетии интересные, о которых вы помните. И как прекрасно, что сегодня в этот вечер вы с нами, Михаил, можете поделиться со всеми телезрителями этими интересными подробностями. А у нас, итак, тем не менее... финал весовой категории. Юниоры, 68 килограмм, в красной форме. Максим Иванов, Россия. А в синей форме Т. Артур, Киргизстан. Т. Артур запомнился мне по харламповскому турниру 2 года назад. Он был еще совсем юношей, сейчас он юниор. И показал там очень хорошую борьбу. Если не ошибаюсь, завоевал там, будучи юношей, серебряную медаль. Мне кажется, это достойный результат на этапе Кубка мира, на взрослом турнире. То есть, соответственно, ему было 16 лет, я так понимаю. Ну, нет, 18 лет, да. Уже попасть в финал. Замечательный результат. Ну, посмотрим. И показал он действительно хорошую, привлекательную борьбу тогда, красивую. Вот ну сейчас... да, я думаю, раз он вам запомнился, Михаил, значит, как бы было чем. Да, конечно. И вот обратите внимание, какие... ростовые величины, какие разницы в росте. Насколько мне известно, у Максима Иванова 1,85 м для 68 килограмм. Для 68 это вообще уникально, мне кажется, да. Очень длинные на рычаги. На голову, наверное, выше он своего оппонента, да, из Киргизии. Ну, посмотрим, насколько он этими рычагами сможет владеет, да, воспользоваться. Он. Вот он так комбинирует, видите, такой финт ногой делает и за ножку снаружи прихватывается под коленный сгиб. Это часто его... такое комбинационное действие. Ну, в захвате пока доминирует грамотно. Через косой захват добирается до классического захвата сверху. Прекрасно себя в нем чувствует. Но единственное, пока как-то не подготовлено на бросок через голову. Да, не заходит, выводит, да, из равновесия как-то должным немножко образом. Прямолинейно. Да. Достаточно так захваты проигрывает, но защищается, контролирует ситуацию киргизский спортсмен. Интересно, как в этой ситуации судьи вот решат, кого наказывать за ложные атаки. Рукавок уже к себе подтянул, сверху и взял. Похват. Ой, прекрасно. Да, вот. Ну, такой-то ногой не махать. Ой, ну красота, согласна? Да. Ручку рукав прихватил, сверху взял, грамотно затащил, махнул, прекрасно. И прям, да, так отдушил. Теперь уже будет тяжело, наверное, серебряному призеру этапа Кубка мира. Мемориал Харламбиева. Да, отыгрывать 4 балла. Ну, посмотрим, что он сможет противопоставить. Сейчас наверняка активизируется киргиз. Ну, если сможет. Вот задача киргиза, конечно, все, сократить дистанцию. А, вот что-то так, вот, интересно. Да. Еще он за шею прихватывает, пытается его так накатить. Задача сблизиться, конечно, дистанцию у киргиза. Справиться, может быть, что-нибудь получится. Не справиться, то... Ну, тяжело. Такое ощущение, вот я смотрю, как будто из разных весовых категорий, ребята, нет? Ну, настолько, вот в росте, да. Настолько, да, вот... превалирует россиянин в, в ростовых показателях. Думаю, немало гонял, конечно, тоже. Да, видно, что как-то вот, наверное, там килограмм 5-6-то есть на горе. Не меньше. Ну, вот так вот он теперь держит дистанцию, не пускает, в общем-то, вот рукой своей левой. А вот и подобрался поближе, с кувырком, с каким интересным делает через голову и зарабатывает еще балл. Ну, половину схватки уже позади практически.
Осталось, ну даже не половина, уже две минуты, вот чуть меньше уже даже остается бороться. Вот вновь он комбинирует вот этим финтом ноги и захват за ножку. Слышим российскую сборную, которая поддерживает товарища по команде. Иванова Максима. Ну, честно говоря, Артур Т. пока что не может справиться с данной ситуацией. Такое чувство, что он даже и не понимает под гнетом вот этого выигрышного захвата россиянина. Что же ему делать? Что да. противопоставить? То есть ну, вновь, не на, вижу на расстоянии. Я... Напоминает чем-то Виктора Савинова, да? Вот такие ростовые да. данные. Тоже он, Виктор Савинов из Украины боролся в этой А вот хорошая категории. Передняя подножка, нет? Неожиданно, да, вставил, так пошатнул. Да, не-не-не, такое довольно-таки... Пристроился, попытался пристройки атаковать. То если бы с самого начала таким образом действовал, да, пристраивался грамотно с нижнего захвата и, может быть, пытался вот этой передней подножкой, да, она, в принципе... Опять пошатнул. Да, она здесь как-то вписывается, мне кажется, в рисунок схватки. Другое дело, да, что так. времени уже мало остается. Минута. Поддерживают, вот ребята кричат, Максим, не надо стоять. Видимо, вот он действительно чуть-чуть остановился. Так сильно нельзя сказать, что остановился. Хотя попятился. Вот, попятился и пропускает да. приемы. Ну так что-то чувствуется, что вот минута осталась, функционально немножко тяжело. Действительно, видимо, гонял много, да, тяжелый длинный турнир. И время никак не закончится. И время, да, как удивительно, да? Время потащилось. Ну, сейчас Партер, я думаю, что может спасти ситуацию со временем. Ну да, вот хороший такой заход. Если сейчас киргизу не встать, то минус минута и все. Ну, здесь, да, надо вот и ножку хорошо, вот он прихватывает ну, грамотно, ножку, да. Не дает встать. Все, время работает на него очень грамотно. Ну, хотя вот все, молодец, поднял. Да, Киргиз, молодец. Другое дело, что осталось сегодня там 8-10 секунд, да? И что можно сделать, да, с этими 5 баллами, как их ликвидировать, такое расстояние? Ну, остаться в стойке сегодня, вот я единственно один бросок такой видела. Боковой переворот, по-моему, армянская самбистка продемонстрировала и осталась в стойке. Ну, просто замечательно. Кстати, мало в этот раз бросков чистых, Михаил. Да, я тоже. Я вот сегодня один видела. И я еще один да? видел, да. Мы разные видели? Разные. За третье место боролся россиянин и монгол в весовой категории до 90 килограмм. Ну, монголец там прям открыто бросился, прям так в конце встречи. Он проиграл чуть-чуть, бросился открыто на подсад и улетел в итоге от обшага. От обшагивания? Да, вот с подсада, вот так вот, с подсада стал делать еще и подхват. И от обхвата. И тот обшагнул и остался в стойке? Да. Вот это, мне кажется, для обшагивания очень нехарактерно. Ну, именно, бывает, да. да. Видимо, да. был интересный бросок. Ну, да, симпатично смотрелось. Не, ну, мне кажется, броски на 12 баллов всегда симпатично смотрятся. Конечно. Побольше бы их, таких симпатичных бросков. Наше украшение, да, конечно, самбо. И а вот вам, броски, Михаил, что больше всего девушки. Нравится? Мне стойка. Самбо. А? Стойка. Не, ну, то есть вот броски на 12 баллов. Бросок на 12 баллов, да, просто обожаю. Ну, для того, чтобы его провести, надо, конечно же, хорошо стоять на своих ногах, чувствовать свое равновесие. Не вкладываться в прием вот так, как, ну, не использовать при проведении бросков своего туловища, да, своим телом как бы вкладываться в бросок, а стараться использовать энергию противника, оставаясь на своих ногах и первенствовать победу. Да, непросто, это, конечно, непросто. Ну, конечно, собственно говоря, самбо – это тяжелое искусство. Сложное искусство. Но такое любимое нами, но такое красивое, но такое замечательное. Сладостное, да. Ну что, у нас порция награждения. Это весовая категория до 52 килограмм юниоры. Награждение проводит... Президент Федерации самбо Украины Александр Корнеевич... Новохотько. Новохотько.
The silver medal in this category goes to Ruslam Ismailov, Turkmenistan. Ασημένια μετάλλιο, Ισμαήλοβ Ρουστάμ, Τουρκμενιστάν. The world champion in the category competition goes to Artur Zagarjan, Russia. И вот здесь Артур Загарджан, да. Кстати, надо сказать, первая встреча у него сразу была очень тяжелая. Он боролся с армянским спортсменом, который является победителем первенства Европы. И очень тяжелая встреча была. А, вот я мне рассказывали о этой встрече, что вот так волею судьбы жребий, да, сразу в первом поединке два сильнейших самбиста в этом возрастной группе встретились. Ну и сейчас еще одна будет церемония награждения. Будут награждаться юниорки весовой категории до 48 килограмм. Схватку, которую мы с вами наблюдали. Украинская спортсменка Кузьмяк Юлия присоединила к себе к золоту Европы, золото мира. Вообще много у нас нынче столообладателей двух медалей, да, золотых? И европейской, и мировой. Больше они с Украины, обращаю ваше внимание. Молодцы ребята украинские. Что ж, Александр Корнеевич Новохатько продолжает. Вице-президент Федерации самбо Украины. Церемонию награждения. Помогает ему девушке в очаровательных национальных греческих костюмах. А еще интересно была схватка весовой категории свыше 87 килограмм, ой, свыше 100 килограмм у юниоров. Зрители, я думаю, запомнили схватку на Кипре, да, когда знаю, украинский спортсмен проигрывал, да, 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 8 баллов, да, и нашел в себе силы с больным коленом отыграться и выиграть. Да, я помню, что мы комментировали тогда, просто дань и хвалу воздавали ему. Но здесь я видела, он проиграл в первой схватке, по-моему, грузину. Вот, а, это ему же, да? Вот я... С чего они закончили на Европе, они с начали, начали здесь, на мировом первенстве. Да, замечательно, вот поворот судьбы. И он, кстати, не смог противостоять монголу в хватке за третье место, стал пятым. Обидно, конечно. Вот как раз тот человек, который не смог присовокупить к золоту Европы, золото мира. Мира. Да. Ну, видимо, коленку не восстановил еще. Ну и монгольский спортсмен непростой, конечно. Я вот повторюсь, монголы сегодня у нас хороши. Да, я согласна, что просто какой-то подъем замечательный. А у нас гимн Украины. И вот что приятно, вот вспоминая. И вот что приятно, вспоминая этих тяжеловесов,
что вот такие ожесточенные встречи, вот украинец, да, с грузином и на Европе, и вот здесь на первенстве мира, и вот они остаются друзьями за ковром, я видел, как они друг с другом общаются, и уже украинский спортсмен, я видел, как поддерживал грузинского, когда тот уже дальше совершал свое восхождение к Олимпу, да. Не, вот это замечательно, да, действительно, мы часто употребляем это выражение «самбийская семья», но вот здесь, наверное, вот прямо воочию можно убедиться, что это действительно не высокие слова, да, а это действительно та вещь, которая объединяет, которая, в принципе, на многие годы как-то становится делом жизни, и, становясь этим делом жизни, многие приобретают и друзей, и какие-то эмоции новые через дружбу и через отношения. Посмотрели мы на друг друга с Михаилом. Особенно, когда я произнесла слово «отношения», он как-то улыбнулся нехорошо. Дружба нет. Самбо сдружает, как правильно сказать, объединяет людей, да. И на самом деле вот самбо может являться таким объединительным стержнем для стран бывшего Советского Союза, поскольку основано на национальных видах борьбы. И это еще один такой вот стержень, еще один факт, который сплачивает все наши страны и оставляет их друзьями. Ну, а тут, наверное, девчонки не захотят остаться друзьями, я так думаю, ну, Миша, на как эти, ты считаешь? На эти 5 минут юниорки весовой категории до 72 килограмм, конечно же, я думаю, будут оспаривать, кто из них круче. Жандрик Явана из Сербии, вот, кстати, еще вот, одна сербская спортсменка. Вот это то, что мы говорили, да, о том, что сербы на этом первенстве просто удивляют нас. Жижина Анна. Мы видим воскрешение сербской сборной. Да. Жижина Анна вот делает подворот такой через спину, широко расставив ноги. А хорошо защищается Явана Жандрич. А это у нас весовая категория. А, 72 килограмма. 72 килограмма, юниорки. Статные девушки такие. Так, поатлетичнее, мне кажется, выглядит сербка. Ну, балл зарабатывает россиянка. Ну, видно, что она потехничнее, по-моему, все-таки. Продолжает атаковать в партере. Ну и стойку. Радует меня все равно на нацеленность. Ну, вот почти каждый не обходится без грамотного партера. Ну, ни одна схватка, нет? Партер, да, за последнее время добавился. Добавил, конечно, очень сильно. Причем, если раньше как-то, когда комментировали, большое количество партер было именно тактического такого, да, с целью забрать секунды, да, потратить время. Да, здесь сейчас как-то есть... Реальные атаки. Да, очень приятно наблюдать. А вот сербка-то не стоит, нагнетает, напирает, ну, вот так хорошо, подставливает. Хорошо тогда, да, только без захвата. Атакует, комбинирует вперед-назад. Комбинирует, да, замечательно. Но а тут бросить не удалось. А россиянка все-таки... Оп, захват за пальцем. Захват за пальцем. Мы с вами все видели. А видел ли судья? Вопрос. Сейчас мы это увидим. Сейчас мы увидим, видел ли он. Это видели все зрители, кто смотрел на большой экран. Да. Зрители, которые были... И вот подозвали, кстати, арбитра-то. Такое чувство, что, может быть, он действительно не видел, а... Ну, стоял, может быть, такая позиция была. Да, не совсем удачная, да. Ну, что-то вот между собой проговаривают. Девчонок, тем временем есть время немножко собраться с мыслями. Руководитель встречи Анатолий Исакович Сайко из Беларуси. Они решили, ну, вот предупредить, вот, да, проговорили, объяснили. Что нельзя так борьба делать. Борьба продолжается. Продолжили, россиянка, да, тем не менее, ведет уже один балл. 1-0, да, по-прежнему. Напирает сербка, да, вот не стоит на месте. Контратакует, можно сказать, так уже, да, таким вторым темпом идет российская спортсменка. Ну, для самбо, на самом деле, характерно, наверное, вот так атака вторым темпом. К тому же в такой ситуации, когда ты ведешь, твой соперник нагнетает, явно хочет, ну, как бы опередить, и ты его опережаешь на этом самбо. Да, на этом движении. Это... В данной ситуации это классика, что называется, да. Контратака такая.
Почаще, мне кажется, сербке нужно до вот этого плотного захвата за пояс почти добираться. И перестояла. Вот здесь перестояла, да. Добралась и стоит. Чем воспользовалась, конечно, россиянка. Сразу сорвала все атаки. Да. Внимательно вот слушай, что говорит ее секундант. Сербская спортсменка. Ивана. Вот у нас есть имя Ивана, а это Ивана. Ивана, красивое имя. Что-то болею я за сербскую спортсменку. Так хочется мне, чтобы она победила. И судьи болеют за нее. Вот замечание российской спортсменки дали. Вот вновь выиграла захват. Сейчас надо перемещаться, двигаться. Хотя бы показать судьям, что ты активно, чтобы заработать предупреждение уже. Россиянка, да, так чуть-чуть деблокирует. И чуть, встречает. Грамотно тактически действует. Перестаивает захват. И сербка, конечно, забирает вроде захват, но перестаивает. А вот Гадауля попыталась, но видно, что сыроват. Не до конца она его чувствует, не до конца уверена. Не смогла как-то. Российская сторона просит балл в данной ситуации. Не, ну, мне кажется... Много атаковала. Ну, так. Жаждут. Желаемое за действительно, но балла, я думаю, что и близко не было. Да, так сомнительно, в общем. Какая-то была так в ногу, конечно, но попытка была. Но... Вот это... Движения совпали, я думаю, сербка там одновременно тоже атаковала. Да, а вот тут надо аккуратнее. А, да, сильная сторона россиянок, партер, конечно же, да. А вот здесь коленочка в сторону уходит. Мне кажется, грамотный арбитр бы сейчас россиянку нашу наказал бы. Потому что прямая нога и в сторону немножечко уходила. Может быть, чуть-чуть не увидел, опять же, может быть, да, ракурс. Продолжает сербка своей левой рукой сверху так вот нагнетать. Но вот опять вот блок. Раз, блок поставил. Блокирует очень грамотно захватную всю работу. Она так обезвреживает. Не умеет немножко блок проходить, но тем идет. И хорошо, опасно. Зацеп, да. От зацепа подхват. Тут главное не дать сесть на ногу. Все, молодец. Остается 5 секунд. Ну, тяжело, да. За 5 секунд, это был, конечно. Шанс сейчас в конце встречи. Да. Поздравим, тем не менее, сербскую сборную. Серебро, первенство мира. Отличный результат. Обидно, особенно, когда, ну, действительно, минимальное преимущество, да, победила очень россиянка. Тяжелая, ровная встреча, да. Но я хочу сказать, что очень хорошая сербская спортсменка, очень атлетичная. Классная работа за захват. Мне кажется, добавят ребята. И, может быть, мне кажется, на чемпионате мира даже мы сможем увидеть эту сербскую спортсменку. Посмотрим, добавят ли девчата, да. А ребята добавят точно. Жижина Анна, Россия. Жандрич Ивана, Сербия. Наверное, мы скажем о тех, пока вот мы видим эти чудные повторы. Вот хороший был шанс. Опасная атака, прям очень близка была, да, Жандрич. Так, и бронзовыми призерами здесь стали казахская спортсмена Кудайбергенова Мереке и болгарская спортсмена Ангелова Мария. И у нас с вами очередная порция награждения, и предстоит финал. Финал весовой категории свыше 100 килограмм, самые тяжелые юниоры. Как принято говорить, самые престижные. А вот почему престижные? Хотя многие вот ты бы почему с этим бы поспорили. А вот ты бы почему сказал, что престижно? Вот тебя попросили бы сказать, все говорят, почему? Да, я говорю, то есть вот так вот. Ну, ответить почему так? Да, все твое говорят, мнение. И я говорю. То есть это твой ответ. Хотя интересно смотреть, и престижно, я думаю, что в целом, как спортсмен борется, мы можем сказать, там вот Куржев у Али борется, например, 74. Насколько он красиво? Замечательно. На мой взгляд, вообще великолепно борется. Но категория не престижная. Да, а почему она не престижная? Не знаю.
Это юниорки весовой категории до 60 килограмм. Героини получают свои заслуженные медали. И не менее заслуженные вот мы, дипломы. Кстати, да, про румынских девушек мы сегодня говорили, что особо их не видели. Ну вот бронза, да? Однако, нет, не бронза, участница финала. Мы не видели с вами финал, на параллельном победил, ковре, потому что да. Да, параллельно девушки боролись. Но сейчас мы, я думаю, что это... Серебро, да, завоевывает румынская спортсменка? Да, серебро у румынок, молдаване завоевывает золото. И надо сказать, что это родственные души. Да, я видела, что румынка держалась за плечо, по-моему, травмирована она. Интересно, была ли схватка? Ну, потом уточним, наверное, да? Мы с вами ее пропустили, тут смотрели за своими финалами. Итак, гимн Молдавии. Мы, наверное, поздравляем сборную Молдавии с первым золотом на этом турнире. Вчера у них в копилке уже у юноши было, да, серебро, медаль. Сегодня бронза. Ой, сегодня золото, извините. Золото. Видимо, может, оговорки, и завтра будет бронза, а может быть, даже не одна. Ну, надо добавить золото, есть серебро, есть бронза, не хватает. Ну, я думаю, что наши коллеги из сборной Молдавии не согласятся, вот, захотят добавить нет, золото. Да. И не одно, поэтому... А бронза еще Фока завоевывал, была у них да, бронза, бронза уже была. Фока, да. Так что они, думаю, будут стараться увеличивать золотой запас. Да. Впрочем, как и многие на этом турнире, мне кажется. Большинство, да, конечно же, желают победить. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. А вот у нас первые генералы. Весовая категория до 68 килограмм. Юниоры. Мы с вами наблюдали за схваткой Иванова Максима и Т. Артура из Киргизстана. Разница в росте была колоссальная. А, Т. Артур. Артур Т. Артур Т. Видимо, корейские корни, наверное, здесь прослеживаются. Да. Вот расстроенный Артур, да. Ну, не смог он подобрать ключик к такому высокому спортсмену. На голову ниже. Я думаю, сейчас встанет Иванов на пьедестал и совсем прям... Что мне кажется, сдается мне, что он гоняет не 6 килограмм, Михаил, а вы как побольше, считаете? Да. Ну, мне тоже кажется, тем более самбо и весовой, церемония взвешивания накануне, она позволяет немножко, да, расширить границы в этом пределе. Да? Что-то вот, такое чувство. Ну, вот. Кстати, о взвешивании да. Утром. Вот, на мой в взгляд, день соревнований. Да, мне вот кажется, все-таки это более справедливее взвешивание утром, нежели хотя накануне. Туда-исты ушли, да, от этого, и тоже взвешиваются теперь накануне. Может быть, это удобнее для судей, вот так. Чувствуется, вот, вы не гоняли, Михаил. Нет. Вот я так и чувствую. On the central bed, we are called finalist weight category Mohan,
Ну что ж, и самое тяжелое, престижное, как говорят специалисты. Ну, мы решили, что, в принципе, так вот посвящались, Михаил. Ну, почему престижное? Самые крупные, самые, априори, ну, считается, сильные. Наверное, поэтому. Ну, видимо, да. Ну, у нас-то точно крупные, точно сильные, и, я хочу сказать, бородатые. Итак, и один, и второй, грузин. Форме, да, Кибордолидзе. Гуга. Гуга. Гуга, Грузия, и Смирека Эдгард, Россия. Надо сказать, что, значит, Кибордолидзе, грузинский спортсмен, является серебряным призером. Чемпионата Европы? Первенство Европы. А, первенство Европы. А Смирека Эдгард, помнится, выигрывал первенство мира по юношам. А в том году он был бронзовым призером этого же соревнования. Бронзовым призером. Да, бронзовым призером. Ну, я хочу сказать, что парни-то с таким... С опытом. С опытом не то слово. С авторитетом. С медальным прошлым. Да, с бородами. Бородачи. Бородачи. Ну вот мы вспоминали сегодня, как шел грузинский спортсмен, он одолел украинского спортсмена, вернул должок, что называется. Да, да? Долг платежом красен, как не вспомнить здесь эту фразу. Одолел монгольского спортсмена. Смирек Эдгард пробирался через белорусского спортсмена и через болгарского спортсмена очень нелегко. Mm-hmm. Оба спортсмена нелегко боролись, ну, видно, уставали. Да, непростой был их путь к этому финалу, но посмотрим. Опа. Гуга. Гуга заходит. Это классика. Красиво, красавица. Красиво. Вот это отхват. Да, это отхват. Не это худера, красота. А вот он чистый вот, бросок. Да, мы так заказывали. Не просили, распишитесь. Пожалуйста. Не, по-моему, там вот даже Гуга не да. может встать. Не столько, я думаю, что травмировался, а столько... От обиды, от отчаяния. А может быть и травма там, кстати. Слушайте, ну великолепный бросок, а. Да, такой прям отхват. Залез на Гадаули, классический грузинский, вот он захват. И смотрите, практически с одним захватом, с одной рукой. Вижу, как, в принципе, эмоции свои выражают все. Ну просто замечательно. Вот и аплодисменты, и взрывы хохота, смеха, радости и так далее. Но вот травма, по-моему, да? К сожалению, травма, да, к сожалению. Ну, феерический финал. Финал феерический. Вот. Кстати, кто-то заметил, сколько секунд? А кто заметил? Кто заметил? Кто эти люди? Скажите нам, подскажите, может быть. Не, ну красота. Вот я думаю, что сейчас нам наш режиссер трансляции... Такое, мне кажется, нужно вот смотреть и смотреть. И вот посмотрите, как дружественно. Конечно же, вот молодец. Поддержать, помочь, да. Мужчина настоящий, помогает своему сопернику. Борьба борьбой, а человеческие отношения — человеческие отношения. Это молодец, конечно. Помогает, да, вот помощь оказывает. Аплодисментами провожают грузинского спортсмена. Да, конечно, да, красивый финал. Причем мне показалось, так начал так грузин хорошо, так, как я сказал, заявку такую на победу вроде бы, и тут так и Гадаулю пробрался. Смотрите, ну вот. Смотрите, вот с одним захватом, за отворотом, да. Держал, да, и прям как будто сбросил его с себя, остался на своих ногах, да. Замечательно, конечно. Четко отследил свое равновесие и сбросил его. Красавец, молодец, да. Просто красавец. Ну, порадовал, да? Порадовал. Да, порадовал. Молодчина, молодчина. А вот с другого ракурса этот же бросок. Вот, да, с другого вложилось, видно, это да, замечательно. Такой прям отхват такой, да. Ох, как отпружинил. Аж, мне кажется, грузин аж подпрыгнул несколько раз, да? Отпружинил, здорово, да. Замечательно. Такой растерянный, как так, что такое? А вот она красивая, гагаринская улыбка. Улыбка, да. Молодец парень, красавец. Мне кажется, эта задняя подножка еще запомнится многим. Да, да, хорошая задняя подножка или отхват такой чуть-чуть. Отхват, наверное, да. Подмахнул он так ножкой, да, подножка же когда твердо совсем постановка ноги идет. Хорошо так отмахнул, браво так, отмахнул, молодец. Отмахнул, сказал. Эх. Не, ну мы радуемся. Сбросил этому красивому такую броску. Плеча, да. Да. Подарил нам сегодня Эдгар Смирека из России этот прекрасный бросок. Надо сказать, воспитанник легендарной школы «Самбо-70». Поздравляем легендарную московскую школу «Самбо-70». Поздравляем сборную России. И радуемся за такие прекрасные мгновения, которые может подарить нам самбо. Ну, вы видели сегодня, вот медали так ровно расходятся по командам. И интрига некая. У меня тоже складывается впечатление, что будет, ну, действительно, не просто там определить
лидеров общекомандной борьбы. Довольно-таки ровно команды подходят. Сегодня нельзя сказать, кто выиграет завтра. Да, я согласна с вами, Михаил. Тем интереснее будет наш завтрашний репортаж, наверное. Да, а вот на соседнем ковре самые тяжелые девушки продолжают свою битву, и грузинская спортсменка выигрывает 2 балла у болгарской спортсменки. То есть у ребят Грузия не смогла стать обладателем золота в тяжелой весовой категории, а в женской номинации Кибадзе Елена грузинская, да, в принципе, спортсменка. Христова, наверное, Сияна болгарская спортсменка. Бьются, и минуты им еще осталось биться. Должен заметить, что раньше грузинских девушек мы не видели на первенствах мира. Еще там 4 года назад их просто не было, они даже не участвовали. А сегодня мы их видим уже в финальных поединках. Замечательно. А вот нам показывают чемпиона, который готовится к награждению. Красную форму одевает, как полагается. Да, наверное, грузинские самбистки – это такое новое веяние. Действительно, и в дзюдо даже, я помню, что было их не очень много. Как правило, в основном славны были своим мужским коллективом сборная этой страны, дзюдоистская. Приятно, что в самбистской сборной есть такие замечательные грузинские девушки, которые вот сейчас буквально в минуте от своего золота находятся. Ну, может быть, это даже у грузинок первое золото у девушек, да? Я думаю, что мы так аккуратно скажем, да, может вот быть. Да, в финале вот боролась сегодня с монгольской спортсменкой. Это юноши. Это юноши были, да, монголы, грузины. Вчера не было, по-моему, финалов женских, вот, и сегодня, грузинских. Да. Ну, уточним, посмотрим, да, ну, наверняка, может быть, это и так. Она как раз прихватывает, по-моему, на удержание, вчера мы не, да? Помним у грузинских спортсменок. Нет, по-моему, не было. Ну, уточним итоговые протоколы. Вот она, да, вот удержание держит в конце встречи. 35 секунд еще бороться, накрыл на удержание. Я думаю, она возьмет свое золото. Четыре балла вот за удержание она зарабатывает. Идет Смирека на ваши глаза, конечно. Да, красивый бросок, что там говорить, приятные впечатления. Такая оставил, финальная, да, красивая точка, да, дня, да. Понятно, что точкой будут награждения, которые нас ждут, да, 4 церемонии награждения. Но борцовская такая точка, конечно, в исполнении Эдгара Смиреки была просто великолепная. Шикарно. Да, шикарно. Это действительно такой подарок нам сегодняшний, подарок на сегодняшний день. И сборная Грузии завоевывает в женской номинации золотую медаль. Отделяет ее от награждения одна еще секунда. Нет, секунда, да, извините, секунда. Поторопилась. Секунда закончилась. Ну что ж, нас сейчас ожидает 4 церемонии награждений. Напоминаем, что это будут весовые категории. 90 килограмм у юниоров, 72 килограмма у юниорок. Юниорок, да. У юниорок. Ну и весовые категории свыше 80 килограмм у юниорок и свыше 100 килограмм у юниоров. Итак, на церемонии награждения у нас президент Федерации самбо Кипра Мариус Андреус. Вот хочется сказать, что, как мы уже говорили, в 2014 году именно на Кипре пройдет первое в истории первенство мира среди кадетов. Это 15-16 лет спортсменки, спортсмены и спортсменки. Кипр провел в 2013 году замечательное первенство Европы. И вот приятно, что не останавливается эта страна. В организационном плане растет. И, ну, вот одно за другим крупные мероприятия принимают. И примет не только первенство мира среди кадетов, но и также параллельно пройдет и Кубок мира среди студентов. А, да.
Кстати, вот большая работа сейчас ведется по вхождению самбо в вхождению Международной федерации самбо в ФИСУ, Федерацию студенческого спорта. В Казани замечательно самбийский турнир прошел. Просто великолепно. Ведутся переговоры. Уже вот первый Кубок мира по студентам под патронатом ФИСУ пройдет. И я думаю, что буквально немного осталось нам до этого великолепного момента, когда все-таки самбо уже на правах не... Пропишется прочно, да. Да, в студенческую летопись спорта и будет участвовать на универсиадах уже в числе основных видов спорта. Приятно отметить, что Мариус Андреус выпускник Университета физической культуры и спорта города Москвы, Российского государственного университета. Получил образование у нас в России, и вот теперь здесь развивает самбо. Здесь на Кипре, да? Здесь на Кипре. А у нас? 90 килограмм. Гимн Таджикистана. Ну, надо сказать, вот 90 килограмм закончила, боролась награждение. Сегодня вот этот вес приковывал внимание многих специалистов. Там и монгол, яркий, да? Да, и монгол, и узбек, и россиянин, и вот этот таджик, который выиграл, и грузин, и просто вот настолько плотный вес, настолько у них уровень у всех высокий был. Подбор, такие, да, такой? Да, такие интересные встречи были, очень. Угу. Так, прям, я не отрываясь смотрел, честно говоря. Ну, это у нас девушки, 72 килограмма, юниорки точнее. А вот скажите, пожалуйста, Наталья, Кубок мира среди студентов, который был в Казани перед универсиадой такой в 2012 году, он проходил в декабре месяце, он не был под патронажем? Он также под патронатом ФИСУ проходил, и, в принципе, таким был тестовым мероприятием перед универсиадой. Опять же, хочется сказать, что самбийский турнир, да, кстати, да, тогда я помню, даже руководство ФИСУ отметило, что самбийский турнир одно из лучших было тестовых мероприятий вот среди других видов спорта. Ну и самбийский турнир, на самом деле, действительно тоже все три дня Казань была, арена Казани, Татнефть была заполнена, там 5-7 тысяч зрителей собирала. И медали, что интересно. Активно болели, активно поддерживали. Интересная информация, не знаю, но мы уже говорили о ней. Второе место заняло самбо после легкой атлетики. По широте, да, как разошлись медали по странам. 21 страна завоевала медали, да. Интересно, что, ну, легкая атлетика, это, понятно, королева спорта, как считается, да. И приятно, что вот на втором месте по этому показателю находится самбо. Самбо, замечательно, да, там действительно медали разошлись и в Израиль, и в Японию. Там. Да, японцы тогда, конечно, блистали. Южная Корея, все ждали медали от них. Чуть-чуть, по-моему, не доехал вот этот такой... Ну, пятое-шестое место, по-моему, да, они? Ну, вот этот тот, не приехал тот кореец, который на Харлампийском турнире боролся? Вот, честно говоря, не помню. Ну, вот чуть-чуть они. И китайская сборная хорошо, но тоже, по-моему... 68 сильный кореец был, да. Гимн России. Да.
Awarding ceremony in weight category boy to kilos juniors women. Τελετή απονομονή στην κατηγορία των σύν 80 κιλών νέων γυναικών. Awarding ceremony is held by Rabshan Ahmedshakov, the President of Uzbekistan Samba Federation, and Timur Kalyanov, Vice President of Kazakhstan Samba Federation. The bronze medal in this weight category goes to Melika Shevic, Serbia, and Paraskevi Edeneli, Greece. Вот на коротке тут пообщались с президентом Киприотской Федерации Мариусом Андриусом. Он сказал, что еще завтра у него будет 4 участника представлены от его страны. Поэтому мы ждем. Посмотрим, ждем, да, медали. Ждем. Говорит, сегодня, да, один боролся, подустал и расслабился. 5 баллов ввел, да, и сдался. Да, конечно, расслабляться нельзя, даже на фоне усталости. Поэтому мы с Михаилом тоже не расслабляемся, продолжаем комментировать. Нам остаются 2 церемонии награждения. И у нас на экранах... Кто же у нас на экранах? У нас весовая категория свыше 80 килограмм. Юниорки. И президент... Узбекской Федерации самбо и вице-президент Казахской Федерации самбо проводят эти награждения. Грузинская спортсменка. Вот та самая грузинка, да, которую мы вам заочно вам говорили, да, да. Одержала победу. И мы сейчас будем слушать гимн Грузии. Ну и заключительная церемония награждения у нас осталась самых тяжелых весовых категорий. И там, наверное, наш любимчик сегодняшнего дня. Сегодня, на самая первую... красивая встреча, красивый финал, самый скоротечный финал. Самый скоротечный, самый яркий. И, наверное, все-таки мы назовем это лучшей схваткой сегодняшнего дня. Михаил? Что ж, приз, номинация за лучшую технику. Да. Номинация «Лучший финал», «Блестящий финал». Уходит эта номинация финал в Россию. Смирека Эдгард. Неспешно подтягивается тяжи к пьедесталу подсчета. Ну, грузин войны немножко хромает, поэтому не торопится. Ну, это спорт, это жизнь. Жаль, что да, ж, конечно, жаль, да. Жаль. Вот монгольский спортсмен завоевал бронзовую медаль в этом весе. Болгарский спортсмен тоже бронзовую медаль. Вот они на ваших экранах. Кстати, болгарский спортсмен достаточно высокий такой. Худощав по комплекции. Худощавый, да. Мне кажется, он проигрывает в весе, ну, я смотрел, всем троим, нет? Достаточно уверенно. Он, да? И вот с первой встречи проводил Смирек как раз с чемпионом. И я скажу... Достойно? Очень, да. Счет 3-2. А, ну то есть, встрече, да, плотненько так. И можно сказать, что... Почти совсем чуть-чуть. Очень, да, достойно бился. Схватка непростая. Угу. Неизвестно было до последней секунды, кто же выиграет. А мы, наверное, дорогие телезрители, потихонечку будем прощаться. Сейчас, ну, конечно, послушаем гимн в честь нашего героя. И скажем, что завтра мы с вами встретимся в 10 утра. Начнется трансляция на веб-сайте Международной Федерации Самбо. В 10 часов стартуют предварительные встречи. И напоминаем, что завтра
Финальный блок у нас в 15:00 по местному времени. Ну что ж, дорогие любители самбо, дорогие зрители, благодарим вас за ваше терпение. Эвхаристо, это по-гречески. Мы рады вас были видеть и комментировать для вас целый вечер. И завтра мы с вами увидимся и повторим. Итак, с вами был заслуженный мастер спорта Наталья Юхарева. И заслуженный мастер спорта Михаил Мартынов. До завтра. До завтра. Ясос. Ясос.